Всем привет! Я выпил пиво, и это нормально. Вот, но я просто хочу попить пиво, и пусть это так и будет, в общем. Пиво закончилось, но пойду за новыми запасами. На самом деле не так плохо. Ну, я просто хочу пиво пить. Потому что я открыл сезон пива. Вот, и как это долго будет длиться, я не знаю. Ну, я знаю, что это не будет долго длиться, но... Просто сезон пива, и я люблю пиво. Я больше ничего не люблю, кроме пива. Ну, это так образно сказал. Вот, и если мне не получится длинный ролик, это ничего так страшного. Вы же любите там видео, кто-то из вас писал там недавно. Ну, сними ролик о жизни, поговори с нами. Чё ты так не говори с нами, я просто говорю, что мне нравится просто пиво, я смотрю. Смотрю там маленький Роттердам, и это здорово. И на этом я ролик хочу закончить, потому что я так хочу, и я думаю, вам будет этого достаточно посмотреть меня на большом экране. Я просто знаю, что вы смотрите меня на большом экране. Я сам хочу большой экран, потому что все изменилось после PlayStation 4.